Я в качестве депутата Ачинского городского совета. И я думаю, что это хорошо. Потому что обычно интервью дают только председатель, зампредседателя. Но сегодня спасибо, что депутату, одному из депутатов предоставили слово. Это большое спасибо СМИ. Рудник – это близкая моему сердцу территория. Очень часто там нахожусь. И очень важное для меня событие, которое происходит именно в этом году. Мы долго об этом разговаривали. Жители очень переживали после закрытия ФАПа, который находился в рабочем поселке Мазурский. Все знают прекрасно, сколько внимания я ему уделял, сколько мы там положительных вещей открывали, и аптеку, и физиокабинеты, выписывание на месте рецептов. Проводилась большая работа, но из-за того, что здание находилось в аварийном состоянии, его закрыли. Я хочу поблагодарить всех коллег-депутатов за ту работу, которую мы успели провести, за ту работу с бюджетом, за все те беседы, за все иногда даже споры, в результате которых рождалась истина –